А помещение? Настройка. Вот. Определяется первая линия, определяется линия, да, которая проходит у нас с юга на север, сетки срабатывания, срабатывания прибора на линию. Подтверждается показание, да, прибора. Следующая линия. Дальше. Да. Следующая линия. Да, сейчас посмотрим так. Вот, это контрольное измерение. Производится контрольное измерение. Рядом место определения полосы сетки Хартмана. Направление с юга на север. Подходим. Вот фиксация. Возвращаемся. Плюсовое значение. Подходим. Опять начинается нарастание минусового. То есть приближаемся к моменту измерения. Обратно. То есть вне зависимости от повторяемости, то есть результат один и тот же. Нарастание минусового положения. Дальше. Захватывающее максимальное положение прибора. Опять убираем в сторону от ленты. Плюсовое через 0, плюсовой набор цифр. Показательно минусовое определение местоположения сетки. Вот через 0, минусовой. Мощное пересечение, соответственно, сетки Хартмана тоненькой полосой. И определилась полоса. Контрольное измерение. Производится контрольное измерение. Рядом место определения полосы сетки Хартмана. Направление с юга на север. Подходим. Вот фиксация. Возвращаемся. Плюсовое значение. Подходим. Опять начинается нарастание минусового. То есть приближаемся к моменту измерения. Обратно. То есть вне зависимости от повторяемости, то есть результат один и тот же. Нарастание минусового положения. Вот, например, в данном узле. То есть видно, что напряженность поля прибор, стрелка магнитного компаса регистрирует, постоянно вводит ее в возбужденное состояние и меняет местоположение. Вот таким вот образом. Вот. Понятно. Вот это все пространство. Это Кюри с Хартмана. В данном месте это узел пересечения Хартман. В месте, соответственно, приближаясь к узлу, прибор регистрирует, фиксирует напряженность поля.
Вот здесь плюсовой. Здесь исследование под помещение офиса. Здесь стоит техника, соответственно. Значит, исследования показали следующее, что опасное место определено пересечение узла Кюри с Хартманом. То есть, соответственно, вот красным цветом обозначен узел Хартмана и, соответственно, зеленым широкой полосой Кюри. Вот, включили прибор. Горит индикатор, включен прибор. Угу. Теперь начинается работа прибора. Порядка 20-25 секунд будет произведена полная нейтрализация. Почему? Потому что эфирные потоки, соответственно, сетки Кюри, сетки Хартмана, они имеют вязкость, соответственно, это эфирные потоки. Пока они будут удалены, нейтрализованы, проходит время. Порядка 20-25 секунд. Положение 0. Обратной последовательности. Зафиксировали? Выключаю, я ничего не делаю. Выключаю прибор из розетки. Значит, что происходит в данном моменте? Значит, в данном случае возвращается стрелка, понятно, поле возвращается. Вот мы берем компас, начинаем перемещать его в узел. Стрелка меняет на противоположное направление. Перемещаем дальше стрелку. На 180 градусов меняются показания магнитного компаса. Повторяем эксперимент. Включаем в розетку. Вот, еще раз показываем, снимаем показания прибора. Есть геопатогенная зона, узел, воздействие негативное есть. Включаем прибор в розетку. Смотрим, пошла нейтрализация. В течение 10-15 секунд начинается работа прибора нейтрализатора Вернадо-Гео. Меняется напряженность поля. Вот прошло около 20 секунд. Происходит нейтрализация в данном месте узла пересечения линии Кюри и Хартмана. Вернадо-Гео выключено. Прибор фиксирует минусовое значение. Включаем прибор Вернадо-Гео в сеть. Включаем. Что происходит? Происходит переход с минусового значения в положительное значение показания индикатора. В данном случае измерение производится узла сетки Хартмана на спальном месте на кровати. В обратной последовательности выключаем из сети